Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Продолжаем играть с вами зомби-цунами. Ну что ж, приступим. Так, здесь нам не справиться. Поехали далее. Перфект будет, нет? Нет, не будет, не получилось. Ать, ать. Ну. Отлично. Так, здесь нам тоже не справиться. Иди сюда. Так, нас уже трое. Шикарно. Так, здесь не справимся мы. Нужно 4 зомбика. Вот как раз 4-й у нас и появился. Здесь перепрыгиваем. Так. Эх, ёлки-палки. Хоть одну монетку, но пропущу. Иди сюда, парашютист. Съели. Бомбочки, естественно, мы перепрыгиваем. Так. Вот и 5-й у нас, да? 6-й даже зомбик. Так, ах, ёлки-палки. Ну как же так, а? Вертолетик этот не в тему здесь появился. Перепрыгиваем. Идите сюда, родные мои. Скушали мы их. Так, ой, можно было же автобус есть. Ёлки ты палки, а, засмотрелся. Но зато у нас цунами. Сейчас мы себе быстренько армию-то восполним. Так, нам здесь ничего не страшно, пока мы находимся на этой волне огромной. Так, дальше. Давайте, давайте, все тут сносить. Главное пониже, ребят, потому что земля может закончиться в ненужный момент, и мы с вами упадем. Так, машинку переворачиваем. Ух ты, у нас уже 10, ребята, зомбиков. Ах, елки-палки, а, ну как же так? Ладно, тем не менее, у нас все равно 10. Машинка, да? Ага. Иди сюда, если там кто-то есть, нету. Они только денежки. Так, нечего там парашютистов летать. Машина и вертолетик сразу же. Ах ты, елки-палки. Вот любят они подлавливать на таких моментах, а, ребят, смотрите. Да что же это за невезуха-то такая? Опять нас 6 осталось. Только подкопишь, вина тебе. Так, и вертолет, и машины. И еще машины. Ну, конечно, как же. Что за бонус? Гигантуса нам дали. Все, ребята, сейчас мы тут быстренько их всех почикаем. И, как говорится, нам все равно, кто здесь, что тут. Никакие преграды нам не страшны. Автобусы. Все, раздавим. Так, перепрыгиваем. Иди сюда, родная моя. В бочке скрывался. Точнее, в этом. В мусоре был житель. Но мы его съели. Ай-яй-яй-яй-яй. Да что ж такое-то, а? Не везет. Хорошо, хоть эти людишки были. Оп, перепрыгнули. Давай-давай-давай-давай, родной мой. Перепрыгивай, отлично. Бомбочка нам не нужна. Ой-ой-ой-ой. Как же так получилось-то нелепо, а? Думал, что нас тут достаточно, но нет. И за это я поплатился, ребята. Ай-яй-яй-яй, да что ж такое-то. Посмотрите, я зомбика за зомбиком теряю. Ай, и упал. Ну, здесь они, ребята, меня подловили. Если честно, сами прекрасно видели, какая была нелепая ситуация. Так, что у нас тут? Да, берем. И сидр из желудочного сока у нас выполнен. Сколько нам дадут монет? 600. Неплохо. И я разблокировал цунами. Новую версию. Плюс 5 секунд дополнительного времени будет у нас. В сосудах волшебный эликсир. Иногда возвращайтесь за ними. Хм, интересно. Так, и отлично, ребята. Мы получаем с вами лотерейку. Стираем. Ух ты, 1500 монет. А здесь группа людей. Хо-хоу, шикарно. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас в магазине новенького. Я могу с вами купить лотерейный билет. Так, зомби, бонус 10 секунд. Монетная бомба. Это, я так понимаю, все на время, да, дается? Или навсегда? Вот в чем вопрос весь. Цунами, 5 секунд. Сколько он? Бесплатно? Ага, 1500. Ну, хорошо. Уломали меня, я куплю. Так, ниндзя тут у нас, это понятно. Бросает сюрикены, ну это все ясно. Так, и пока больше у нас ничего новенького здесь не дают. Так, подождите-ка, здесь, по-моему, вроде еще какой-то был бонус, или я ошибаюсь? Нет, нету ничего. Тогда давайте, наверное, что-нибудь здесь с вами купим. Монетная бомба. Давайте возьмем. Так,
и купим. А что такое бонус 10 секунд? К чему? Непонятно. Группа людей X3, двойные зомби X3. Ух ты, тут бонусов-то, ребята, целая куча. Пропустить задачу? Нет. Мы сейчас с вами возьмем. Группа людей у нас есть. Может быть, еще один лотерейный билетик купим, а? Давайте стирать. Повторить попытку. То бишь здесь просто деньги прогорели. Лотерейка не сыграла. Ладно, хорошо, ребят, давайте поедем, наверное, с вами далее. Давай вот так вот сделаем. Идите сюда, группа людей. Мне как раз нужно пополнение. Где машинки? Я хочу машинки. И как назло, они мне их не дают. Эх ты, ёлки-палки, одну монетку не успел схватить. Ладно. Нас уже, ребята, семеро. Семеро одного не ждут. Поэтому мы ее и съедим. Перепрыгиваем. Отлично. Перфект. Давайте автобус переворачивать обязательно. Опс, или. Перепрыгиваем здесь. Так, здесь надо аккуратненько, ребята. Здесь наверняка какая-нибудь сейчас будет ловушка-подколка. Но вроде бы ничего нету пока. Так, что там у нас? Ага, вертолет. Ладно, перепрыгиваем. Бонус. Какой бонус, ребята, у нас? Цунами. Самый лучший бонус, который я так думаю. Давайте здесь все бомбить. Сейчас наша группа должна еще подрасти. Ух ты, сколько людей, а! Так, вертолеты, машины. Это все нам нипочем. Так, надо пониже, ребят, спуститься, потому что цунами скоро кончится, и мы можем с вами над пропастью оказаться и упасть в нее. Так. Шикарно. 16 зомбиков. Уже 17 даже, ребят, 17 зомбиков. Перепрыгиваем, перепрыгиваем. Ну, да как же так-то, елки ты палки, а? Подловили они меня, подловили, тут ничего не скажешь. А, там, Лос-Анджелес у нас, ребят. О, а почему не сработал прыжок-то, а? Вот это вот хитро было сделано, ребят. Я нажимал на прыжок, а он просто не сработал. Это уже, мне кажется, специально делается. Так, лови монетки. И нас всего два зомби, ребят. Это вообще очень мало. Так, что за бонус? Дракон. Хорошо хоть дракон, он у нас, ребята, умеет летать, насколько вы знаете. Вот и долетались мы, летуны. Не надо мне тут никаких машин. Так, перелетаем, перелетаем. Здесь... Ой, ой, как же так? Мне чуть-чуть не хватило до земли, ребята. И я врезался. И прогорел. Но 24 мозга получил. Давайте дальше. Так, что у нас тут? Ну, давай вот так вот. Вы хотите купить 55 монет? Нет, не хочу. Ничего не буду я покупать у вас. У меня всего... А у меня и золотых-то, ребята, оказывается, нету. Вы представляете? Все куда-то израсходовались. Отлично. Здесь перепрыгиваем. Ну, иди сюда. Так, настроек маловато. Так, кто тут у нас? Пока никого. А эти что там, ребята, делают на крыше? Танцульки у них там, что ли? Зомбари танцуют на крыше? Ну, что ж, неплохо. Ну, перфект. Да какой там перфект? Дадут они тебе, а? Размечтался, как говорится. Вот, одного съели. И нас уже пятеро. Уже что-то. Так, главное сейчас никуда не упасть и не накосячить где-нибудь. Иди сюда, скрывается он там, а? Спрятался типа от меня. Да не тут-то было. Вертолет нам не помеха. Перфект, отлично. Так. Нас мало, нас семеро, все. А вот машину мы съедим. Перепрыгиваем. Так, 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 затяжной, хотел же прыжок сделать. Ну, что за бонус, ребята? Цунами, шикандос. Давайте все тут крушить на своем пути. Да, я считаю, что цунами — это самый все-таки лучший бонус, который можно здесь придумать. Мы практически ничего не делаем. Армия наша растет, мы получаем всякие плюшки, причем вообще на халяву. Деньги. Так, у нас 17 зомбиков опять. Перепрыгиваем. Уже
хотел сказать 18, но не тут-то было. Машина сбила. Ой, бомбочки. Что-то я их как-то не заметил, ребят, если честно. Перфект. Мы добрались с вами до пляжа. Почему-то главный мой не допрыгнул, да? А в который вслед за ним. Вот это они меня подловили. Причем такая скорость здесь началась, ребят, что о-о-о. О, группа людей, хорошо, отлично. Так, ну где земля-то? Земля в иллюминаторе видна. Так, перепрыгиваем. Ух ты, еще группа людей. Переворачиваем эти машины все. Нет, все отлично, ребят, я уже думал сейчас. Просто зомбиками своими собрал все бомбы. И у нас супер-ниндзя. Значит, нам пофиг на эти бомбочки, ребята. Они их подбивают своими сюрикенами. Так, перепрыгиваем. Где земля? Вот она, земля, елки-палки. Один все-таки упал. Ну-ка, возвращайся. Ну, ох, елки-палки. Машина, перепрыгиваем. Перепрыгиваем, говорю. Да что ж такое-то, а? Ну, два зомбика у нас осталось. Ай-яй-яй, как говорится. Да. Неудачно. Ну, где земля-то, елки-палки? Вот она. Вот так вот. Это будет... Подлажит. И очень, ребята, большая стала скорость у нас здесь. Так что... Ну, посмотрите, что они делают, а? Последний из магикан. Давай, лови его. Молодец, поймал. Где земля, елки-палки? Вот она. Так, нам нужны монетки. Монетки. Ой, там, тихо, перепрыгиваем. Естественно, ребят, перепрыгиваем. Да как... Ой, лешего-то... Всех, всех, ребята, они положили у меня. Да, ну что, сколько мы получили? 33 мозга. Берем. Так. Ух ты. Далее, на 6-м уровне. Фруктовый пунш с выпавшими зубами. Ну, чуть-чуть нам, ребят, не хватило буквально немножечко. Ладно, давайте с вами еще поехали. Чувачок висит на двери. Ой, на двери, на крыше дома. Зацепившись за этот, за край. Боится зомбика. Ну, так это понятно, ребят. Так, у нас третий зомбарик. Это хорошо. Третий зомбарик, это очень замечательно. Так, у нас, знаете, два ковбоя и мадам с нами. Ну как же, конечно, перфекта не будет. Так, бомба висит. Нам все равно на нее. Нам она не страшна. Тихо, тихо, не надо тут буянить. Что ты там спрятался? Иди ко мне. Главное, зомби, да, граффити рисует на крыше, ой, на стенке. Так что это совсем-совсем, ребят, не те тупорылые зомбари. Это очень даже умные, раз не извините меня, граффити рисуют на стенке. Так что, и тем более, которые могут превращаться тут в разных монстров, это дорогого стоит. Ух ты, автобус, как говорится, мы на дорожку прихватили. Ну-ну-ну-ну, шикарно, ребята. 17 зомби у нас в данный момент. Нет, никаких машин. А, и надо было есть, да что ж такое-то, а? Сглупил, конечно же, сглупил. Ну, давай-давай-давай, бежим. У нас 16 зомбиков. Уже 17. 18. Один упал почему-то. Непонятная мне причина. Автобус переворачиваем. А где бонусы, ребята? Я не вижу бонусов. Причем уже довольно долго. 23 зомби у нас. Ёлки-палки, это абсолютный рекорд, ребят. Даже можно вот так вот бежать. Сбивать машины, потому что... И мы получаем с вами дракона. Хе-хей. Ёлки-палки, ребят, я пошел на рекорд. 28 зомби. 29. Эй, тихо, 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 вот это нам не надо. 30. Да что ж такое-то, автобус-то можно... О, съели. 31 зомби, ребята, у меня. Абсолютный для меня это рекорд. Ну, уже меньше. Ай-яй-яй-яй-яй, да какого лешего. Ай. Это уже, конечно, сделано специально.
чтобы я не набрал свой абсолютный рекорд. Эх! Вот это подловили меня они. Тут ничего сказать не могу. Хватит? Нет, не хватает. Мне немножко буквально. Вот теперь бы хватило, конечно, но... Да какого лишь вот все падаете-то у меня, а? Всех зомбарей растерял. Ёлки ты палки, а? Да ладно, автобусы, я не справлюсь. И с танками тоже я не справлюсь. Неужели это мне... Тихо, тихо. Ой! Где земля-то? Вот она. Нас всего трое, ребят. Ну, четверо уже. Бомб-то столько. Тут однозначно нужен бонус с этим. С драконом. Да, конечно. Ну, все, ребята. Бонус, что такое? Ниндзю мне дали. Ну, толку-то мне сейчас в данный момент от одного ниндзя. А нет, есть толк, ребята. Бомбочки все-таки он пробивает. Так, ну с автобусом, с таким аэробусом нам не справиться. О, группа людей. Да что ж такое-то, надо было машину-то есть, зачем я перепрыгнул через нее? Так, отлично, шикарно пока, ребята. Ну, на... О, тихо, кончился бонус. Ну, вот от как интересно мне вот знать, там было проходить, а? Вот откуда я знал, что там впереди пропасть? Появляется перед тобой стеночка, да? И потом пропасть. Просто-напросто. Легко, как говорится, все и просто. Ну, набирайся полностью. Ну, давай. Да чуть-чуть не хватило, елки-палки. А как интересно мне получить 6-й уровень? Я не понимаю. Я на каком вообще уровне-то в данный момент? Ух ты, лотерейка. Отлично, стираем. Понятно. 200 монет. Ну, хотя бы так. Но в этот пакет не надо мне ваш пакет. А на каком я в данный момент уровне? У меня здесь написано 57. Это что такое 57? А, это 57 очков у меня, да? Ух, ну что же, давайте тогда продолжим. Х2. Удвоить количество собранных монет навсегда. А... Ой, это же за донат, ребята. Он мне не нужен, не хочу. Давайте, наверное... Я ничего не могу сделать абсолютно. Побежали тогда так. Так. И прыгиваем. Да, перфекта здесь, конечно, нам не видать. Ну давай, не тормози. Опа, трое нас. И это хорошо. Я хочу, ребята, открыть какие-нибудь новенькие плюшки, новенькие бонусы. Слушайте, мы же вроде бы как получили 200 монет, да? А где они? А, они, наверное, копятся. Мы начинаем уровень, естественно, с нуля. Поэтому и монетки все остаются у нас якобы там, в казне. Ну, это я так предполагаю. Я на самом деле не знаю, что тут у нас, как на самом деле. Так, машина. Перепрыгиваем. Отлично. Так, бомбочка, естественно. Какой бонус? Цунами. Отлично, я обожаю цунами. И все тут давим на своем пути. Танки. Кстати, вот почему-то здесь поначалу еще как дают бонусы. Ну а дальше, извините меня, вообще с этим туго. Перфект. Отлично. У нас армия там сколько уже там, я не вижу. 18 зомбиков. Отлично. Ну, я, наверное, до своего... Ох ты, елки-палки, подловили. До своего рекорда я, наверное, не дойду. Не смогу его побить. Так. Опачки. Земля дергается, как будто тут землетрясение какое-то творится. Перепрыгиваем, ребята, перепрыгиваем. Так. Ах ты, смотри, как подлавливает. Да. 8. Ну, можно было бы сожрать. Ну, а вот танк-то как раз нет. Не получится. Перепрыгиваем. Чувачок у меня такой стильной бейсболки бежит. На-на-на-на. Круч. Просто круч. Так, давай машину едим. Отлично. Бонус какой-то. Интересно, ребят, что за бонус? Quake Baker. Хорошо. Это тоже нам не помешает. По крайней мере, нам пофигу на все. Так, земля тут дребезжит. Прям под ногами. Так, это нам на все наплевать, на эти бомбы, пока мы в защите. В абсолютной причем, ребят. Вот так вот, шикарно. Все, что ли? Перфект, закончился. Так, перепрыгиваем. Юху, где земля? Где? Земля почему-то оказалась очень и очень далеко.
Автобус наш. Ой, да как так-то замечтался, ё-моё, ребята. Ух, но тем не менее мы заработали 984 монеты, точнее не заработали, а у нас есть. И сейчас мы еще получим с вами бонусы. Фруктовый пунш с выпавшими зубами как-никак. Что он нам даст? Ух ты, 700 монет, ребята, он дает нам. Глаз сода. Хе-хе-хе. Ух ты, зомби-птицы, попутчики с невероятными возможностями. Вот вам 30 бриллиантов на покупку первого яйца. Так. Ага, так. Покупаем. И что здесь? Классическое яйцо. Производит 2 монеты каждые 24 секунды. А как, он будет со мной постоянно лететь или нет? Так, 30, а у меня всего 9 кристалликов. Жалко, я не смогу больше купить, а? Снять прикид. Нет, пускай остается. Объединение еще какое-то. Вам нужно 2 зомби-птицы самого высокого уровня, одинаковой степени редкости, чтобы их объединить. Ёлки-палки, ничего себе тут можно делать, еще чего. Шикандос просто, ребят. Так, ну-ка давайте-ка, что мне тут можно приобрести? Я так и не понял, если честно говоря, вот насчет зомби-машины и монетная... Ой, зомби-машина, монетная машина и монетная бомба. Ну, я думаю, что в следующей серии мы с вами обязательно это узнаем. Ну что, давайте попробуем, что это с нами за птичка. И попробуем еще поиграть один уровень. Поехали. Хе-хе-хе, такая птичка ля-ля-ля куда-то полетела. Ах, вот она что делает. Она меня снабжает монетками. Ну что же, довольно неплохо. Деньги тут никогда лишними не будут. Лучше бы она, конечно, выдавала бы мне эти... алмазики, но и так тоже неплохо. Каждые 24 секунды, да? В принципе, это два раза в минуту она будет мне давать монетки. Опа! Жалко, конечно, что маловато монеток дает, но тем не менее. Так, перепрыгиваем. Перепрыгиваем дальше. Иди сюда. Значит, там, ребята, оказывается, можно потом птичек этих скрещивать. Ничего себе. Я думал, тут игрушка, это действительно такая простенькая. Бежишь себе, бежишь. Да не тут-то было, тут всякие бонусы, причем обалденные. Так что... Эх, можно было бы съесть, конечно, этот автобус. Я просто не думал, что у меня уже столько набралось народу. Бонус, отлично, какой? Дракон. Ну что ж, тоже неплохо. Мы это, естественно, все сможем перелететь. А этот, естественно, съесть автобус. Опа-на, еще один автобус. Шикарно. Дайте-ка мне этот бонус. Хочу перфект. Да какой там перфект, ага. Любешь, как говорится, раскатил. Ой, закончился он, к сожалению. Так, 15 у меня зомбиков. Мне это нравится, да. 15, конечно. Машина, елки-палки, сижу, мечтаю тут. Иди сюда. Блин, половина у меня упала, а? Ребят, ну как так-то? Половина моих зомбарей улетела в никуда. Меня это расстроило. Перфект, давай сюда. У нас всего в данный момент 8 монетки. Так, что тут, вертолет? Успели, нет, не успели. Все-таки одного она подбил. Она подбила. Вертолет подбил, короче. Уже запинаюсь. Так. Нет, перфекта не дали. Да что ж такое-то, надо было перелетать, а я отпустил кнопочку. Ладно, перелетаем теперь. Ёлки-палки, у меня упал первый зомби, цунами. Все, теперь им всем кранты. Птичка, давай монетки. Выбрасывай, я жду их. Да что там, машины, мне на них все равно. Смотрите, какая... Ух, автобус, ой, автобус. Самолет перевернули с вами. Так, еще один аэробус. Ёлки, и у нас 21 зомби. 22. Половина упадет сейчас, да? Нет, никто не упал. Ой, ай-яй-яй-яй-яй, да как так? Ёлки, ты палки проиграла. Как так, а, ребята, ну, просто нежданчик.
Ну что ж, ребята, давайте тогда на этом я закончу этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки. Мы обязательно тогда с вами увидимся в следующей серии. И дальше будем проходить зомби-цунами, эту замечательную игру. Ну что же, все. Всем пока, удачи и играй.